ожидания, надеюсь на победу. Дистанция 5 раундов. Проходил я всего лишь один раз, когда был в сборной еще в 2016 году по лиге ВСБ, один раз боксировал. Вот интересно проверить свои силы. Ну и как бы с таким соперником достойным. Это соперник у меня Тимиртас Джусупов, чемпион мира в Белграде, который был. Как бы надеемся на хороший бой и на победу. I'm not here to be his friend, I'm here to beat him, so this is a fight, it's not a thing about friendship right now. No, I respect him as a fighter, but I'm not here to be his friend. I think I gotta be smart, I know what he's good at, I know what I'm good at, and I'm gonna give him a lesson and show him that there's a lot of things, there are a lot of holes in his game. Нормально, как бы это выбор каждого. Кто-то жмет, кто-то не жмет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам, но он почему-то не стал сжать руку. Но я на него не обиделся. Просто было как-то чуть непривычно. Я не могу кого-то выделять. Говорит, кто-то слабый, кто-то сильный. Каждый соперник по-своему сложный. Я думаю, у нас будет очень интересный бой завтра. За много времени до того, когда узнал, что он будет моим соперником, когда у них был бой с Фьюри, я его смотрел. Сейчас чуть-чуть пересматривал какие-то моменты, но... Во внимание его не брал, потому что Фьюри был не в форме. Я просто делал свою работу. А то, что задумывали, заготавливали, все вроде получилось выполнить в лагере. И посмотрим, как будет завтра.